На протягу 43 годов у Брестской крепости існує пост памяти номер один. Праз его патриотичную школу прошли 90 тысяч навученцев средней школы, гимназии, лицея Бреста. Напередодні областным центре подвели выники деятельности поста памяти за минулый навучальный год и визначили лепшие мемориальные отрады. За минулый навучальный год праз выхаваўчую школу поста памяти номер один прайшли 1500 школьников нашего города. Лепшие отряды юнармейцев удельничали у памятных мероприемствах у Бресті и у Минску, побывали на международных взлетах у Санкт-Петербургу и Новороссийску. Многие из этих юнаков и девчат с военной справой пожадали связать дальнейшее житё. Строевая подготовка, несение вахты на посту вечного огня, оформление поисковой работы, которая оформляется в виде реферата на различные патриотические темы, выпускаются боевые листки, стенгазета «Юноармеец». Ребята несут вахту памяти раз в год 7 дней. Физическая подготовка, огневая подготовка в вахте памяти есть. Это очень хороший опыт. Мы в мемориальном отряде проходим вступительный, скажем так, экзамен. Соответственно, мы учим историю Беларуси. Лепшими мемориальными отрядами по выниках года признаны мемориальный отряд гимназии номер 2, средней школы номер 10 и 3 гимназии Бреста.